YouTube, всем привет. Снова в лес приехал походить. Уже снежком немножко присыпал, температура где-то минус 3. Вот первый сигнал, очки такие вот выпали, поломанные. Но все равно, ну как, не первый сигнал, я уже там пулю, ну, гильзу откопал, там две пробки. Вот, очечки тут оставлю. Будем ходить, искать второй выход с XP RX. Не знаю, что-нибудь будет, не будет. Пищал, реально думал, пробка. А походу его монета выпала. Корни капец, блин, рубил. Он все в корнях. Очень высоко пищало. Что это у нас? Оп. Монета какая-то. Совет 5 копеек, наверное. Из поздних. Ну, судя по всему, да. Вышел на такое место. Не знаю, дорога, не дорога проходила, но похоже. Так шла. Куда дальше? Вот 5 копеек. Тут еще сигналов много было. Сейчас буду рыскать. Это первый такой сильный ловил. И достал пятак. Берем. Первая монета. Так, коп продолжаем. В общем, все в мусоре, кругом пищит, копая одни пробки. Его тоже решил копануть. И, по-моему, ранний совет пятачок. По цвету, по крайней мере, похож. Ну вот, затертый весь при жизни, еще при ходьбе. А может даже не пятачок, что-то такое. Совсем пустая какая-то монета. Не знаю, пустышка что ли какая-то. Ладно, дом помою, посмотрю. Или пятачок совсем затертый, или пустышка. Вон елочка какая в лесу красивая стоит. Под Новый год. Размером вроде пятачок ранний. Вот он. Сейчас еще тут поищу на этом месте, покажу. Может что-то тут еще есть. Добрался до такого места. Давно хотел сюда прийти покопать, посмотреть. Коп, кстати, полно ямок. Но старые все, но свежих нету. Вот это называется Девичий ручей. Он из Матического района, в общем, Москву течет. Парк Леонозова туда выходит. Латуйский парк, точнее. Вот. В интернете много у него всяких историй, басен. Хотел вот здесь походить, посмотреть. Сейчас, наверное, переберусь вон туда, ту горочку пройдусь. Пока как скудно, мусора полно, пипец. На ту сторону вообще не получилось перейти. Там болото заболочено, все провалится начал. Ленты натянуты какие-то, типа осторожнее ходить, и собаки лают. Если вам слышно, не знаю, что там такое. Пошел вот сюда обратно здесь походить. Подкову выкопал кусок. Видимо, кто-то лошадь на водопой, может, водил. Ямки закапываем. Идем дальше. Подкову, может, кто-то на металл заберет. Я без всего хожу, брать не буду. Наверху оставлю. Шикарные тут, конечно, виды. На ту сторону будет перебраться, но тут все заболочено. Хрен перейдешь. Может, потом как-нибудь объеду с той стороны, еще похожу. Ну, что-то на самом деле-то скудно по находкам. Ничего нету. Так, пуговку отрыл с якорем. Военно-морская, наверное, какая-нибудь. Или просто морская. С якорем возьмем. Серпом и молотом у меня полно. Я их уже не беру. И тебе надо выкидывать. Пока вот так скудник. Не знаю, этот монет, не монета. Все, хожу, хожу уже несколько часов, наверное. И ничего нету. Да, ребята, жесть, лес так загажен. Просто, блин, столько сигналов. Под нашего более-менее чистое место. А я чуть-чуть отходим. Но тут не так сильно, там, куда-нибудь. Все просто в сигналах. Так ходишь, все фонит. Просто везде все фонит.
под деревьями даже. Короче, жесть. Вот просто мусорка. Куча пластика валяется. Здесь же и железо всякое пищит. Все загажено. И так везде это. Я просто одно местечко сказать. Вон валяется. Вон какая-то хрень. Лежит стульчик. Вон там под деревьями. Все просто в мусоре завалено. Там, где я прошел тоже. Бутылки всякие. Ну, это пробочные вот эти сигналы. Куча просто. Неужели из этого, блин, мусора удалось что-то добыть? Двушка, причем ранее 40 какого-то года. 41-го. Ух ты. Отлично. Сохранчик такой. Берем. Сейчас место это еще пройдусь. Может, рассыпуха. Вон на дереве что-то какая-то пометка. Соседям в лесу ходил, там зайцев видно полно. Деревья погрызаны, кора покусана вся. Даже зайцев нет на этой свалке. Кусок от линолеума к дереву прибит. Не знаю, что это было. И вон там, вон еще. Вон там еще вижу на дереве такие же. Не знаю, кто что-то помещал. Какой-то квадрат или что. Тут пробка, как обычно, под корнем даже. Оп. Вот она, красавица. Вот такую тропинку вышел. Я через нее уже проходил. Вон мой коп закопанный. И монетка выпала. 50 било, слабенько, но четко. Советы что-то с поздних, наверное. Или щитовик, рамочник, может какой-нибудь, не знаю. Пока не видно. Отмоем, покажем. Так, еще монитор всплыл. Это двушка по размерам советская. Из разных с поздних не вижу. О, ранее. СР большими буквами. Где-то еще тут сигналы проходили. Она не одна была. Я копанул, рядом вот она зазвучала. Опа, кладем. Где-то вот здесь вот он проходил. Здесь что-то совсем слабо. Может, одна копеечка. А, тут фольга уже. Вот так бывает. Все ходил под ноги, смотрел. Сейчас начал так приглядываться. Тут по всему лесу вот клеенки такие прибиты. Вот, вон. Вон там вот на дереве вижу. Тоже квадратик такой. Не знаю, кто тут что-то познавал. Вот они, зайцы, и тут есть. Вон дорога, машина ездит. Прямо дороги не боятся, лазит. Грызут. Сейчас все же к машине направляюсь. Подустал, уже в лесу как-то темнеть начинает. Пора валить домой. Ну вот так у нас по находочкам получилось. 2 копейки 53-го года. 2 копейки 41-го. Пятнашка 46-го. Пуговица с якорем. Такая ушедшая вся, прогнившая. Пятерка 87-го года. Особо не оттирал. Так, ерунда. А это вообще пустышка оказалась. Не знаю от чего. Похоже, как до квартиры давали номерки такие вешали. Но ни дырки, ничего. Вообще ерунда. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Дальше больше.